Добрый день всем. Вот у меня такая ситуация. В третьем и в четвертом поколении при разведении анциструсов появляются альбиносы. Черные, обычные, обыкновенные анциструс. И появляются анциструсы, вроде как альбиносы, но они совсем белые. То есть есть понятие как золотой анциструс. Вот, есть альбинос. Вот, хотя это одно и то же, но тем не менее пигмент действительно очень отличается. Вот белый анциструс, прямо белого-белого цвета, на камеру не так хорошо видно. А есть вот золотой анциструс, вот он, желтого цвета. Вот также вот сейчас видно тоже на кормлении, вот есть один прямо светлый, белого цвета, и желтые. Надеюсь, что этот пигмент сохранится. Я этих анциструсов пока дарить, менять не буду. Оставлю на вырост, чтобы посмотреть, сохранится ли пигмент или нет, ради интереса. Здесь вы видите три поколения анциструсов. Это первое, это последнее поколение совсем мелкие, недельные. Эти уже месячные. Здесь еще двухнедельные есть. Вот, ну, вот сами видите. Вот такое вот интересное наблюдение у нас происходит.